Здравствуйте, в студии Анна Туполева. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях экономики Донского региона. Итак, сегодня в программе. Доходы областной казны в этом году превысят расходы. Донские парламентарии внесли корректировки в главный финансовый документ региона. Высокий уровень налогообложения, давление со стороны госорганов. Проблемы предпринимателей области представил в Москве донской бизнес-омбудсмен Олег Дереза. Оазис стиля эстетики, один из лидеров мировой косметической индустрии, открыл в Ростове центр красоты в новом формате. Экономить при растущих доходах казны, поддержать фермеров, увеличить количество рабочих мест для инвалидов и запретить продажу тоников несовершеннолетним. Такие решения донские депутаты приняли на очередном заседании областного парламента. Подробнее о законодательных новшествах расскажем в первом материале программы. Изменения в главном финансовом документе региона – один из главных вопросов заседания. Непростая экономическая ситуация в стране сказывается и на Ростовской области. По темпам развития регион отстает от запланированных показателей. Кроме того, в 2014-м донская казна недополучит больше 2 миллиардов рублей налогов. Такие компании, как «Эфес», «Пилс» прекратила свою работу на территории Ростовской области, «Балтика» снизила объемы. Все это дело почти минус 2,6 миллиарда потянуло. Несмотря на эти факторы, динамика положительная. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – больше 1,5 миллиардов. Общий доход региона – больше 127. Область также получила помощь из федерального центра – 3,5 миллиарда рублей. Эти деньги у нас пойдут на что? В первую очередь 2,5 миллиарда рублей на помощь сельхозпредприятиям, то есть аграрному сектору. Порядка 600 миллионов рублей здравоохранению и 25 миллионов рублей фонду медицинского страхования. Поддержать аграриев решено и путем возмещения части затрат по обработке и содержанию площадей, занятых чистыми парами, то есть тех участков земли, которые год или два стоят незасеянные. По данным законодателей, чистых паров в регионе треть от всей посевной площади, но они не учитываются при выделении господдержки. Субсидировать затраты сельхозпроизводителей депутаты предлагают за счет федеральной казны. Обратиться на правительство Российской Федерации по вопросам дотаций, особенно по паровым землям, по дотациям на молоко, на животноводческую продукцию. Обратиться в правительство Ростовской области с вопросами обустройства скотомогильников и отхожих мест сельскохозяйственной продукции. Что касается социальной сферы, то расходы на медицину, образование, строительство детских садов, а также выплаты зарплаты детских пособий решено не сокращать. А среди законодательных новшеств – частичный запрет розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории области. Это несовершеннолетним в первую очередь. В детских образовательных медицинских организациях, на объектах спорта, ну и местах проведения культурно-массовых мероприятий. Посмотрим, что это даст. Я думаю, кроме здоровья ничего этот запрет не принесет. В первом чтении одобрение депутатов получили поправки, которые касаются полного запрета продажи слабоалкогольных тоников. Если законопроект будет одобрен, то Донской регион станет четвертым в стране после Чечни, Чукотки и Краснодарского края, где запрещено продавать эту продукцию. Мы собирали подписи граждан Ростовской области. За 4 дня было собрано 1200 подписей. Мы проводили опросы в интернете, которые показывают, что 90% опрошенных поддерживают данный запрет. Не секрет то, что это очень вредные энергетические напитки. Там синтетические вещества используются. Они вредят и психике, и здоровью нашей молодежи. И опыт показывает то, что знакомятся чаще всего дети с этим алкогольным напитком в возрасте от 11 до 12 лет. Кроме этого, депутаты расширили возможности инвалидов при трудоустройстве. Теперь, согласно областному закону, принимать на работу людей с ограниченными возможностями обязаны все организации, в которых больше 35 сотрудников. Квота для инвалидов в таких компаниях составляет 3%. Анна Ларченко, Станислав Фоменко, Андрей Коробко. Главное – бизнес. Олег Дереза обозначил ключевые проблемы бизнеса в Ростовской области. На этой неделе уполномоченный по защите прав предпринимателей в Донском регионе принял участие в обсуждении доклада федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту страны. Основными темами разговора в общественной палате стали данные о том, что в России из-за давления со стороны госорганов более 50% предприятий малого и среднего бизнеса вынуждены работать в тени. В числе важных названы вопрос высокого уровня налогообложения.
По данным сотрудников аппарата Донского бизнес-омбудсмена, системные проблемы ведения бизнеса в области входят прежде всего неэффективность патентной системы налогообложения, лицензирование в сфере медицинской деятельности, сложности при предоставлении бухгалтерской отчетности в налоговые органы по различным причинам. Другие новости экономики региона коротко в информационном дайджесте. Ростовский бизнес-инкубатор продлил отбор арендаторов. Заявки принимаются до 12 мая. Срок деятельности субъекта малого предпринимательства с момента госрегистрации до момента подачи заявки на участие в конкурсе не должен превышать 3 года. Одним из главных условий конкурса является вид деятельности. В бизнес-инкубаторе нельзя размещать субъекты малого предпринимательства, работающие в сфере предоставления финансовых, страховых, адвокатских и бытовых услуг, розничной или оптовой торговли, строительства, медицине. В Ростовской области разработают порядок отбора новых застройщиков для объектов обманутых дольщиков. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в документе будут отражены меры по поддержке обманутых дольщиков, а также условия подготовки и проведения конкурса по определению нового застройщика. Кроме того, будет разработана методика установления величины земельного участка, предоставляемого новому застройщику. Постановление должно быть подготовлено к середине этого года. По итогам первых двух месяцев 2014-го более половины крупных и средних предприятий области смогли получить прибыль. Об этом сообщает Ростовстат. Лучшие показатели у компаний, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды – 800 миллионов рублей. Организации торговли получили 600 миллионов рублей, компании транспорта и связи – 500 миллионов. Вместе с тем, убытки ряда предприятий сектора обрабатывающих производств и добычи полезных ископаемых не позволили финансовому результату в целом по экономике выйти в область положительных значений. Один из лидеров мировой косметической индустрии, компания Mary Kay, открывает новые возможности для своих независимых консультантов по красоте и клиентов. Первый центр красоты в новом формате накануне распахнул свои двери в Донской столице. Деловая элегантность – такова концепция первого центра красоты Mary Kay, который недавно открылся в Донской столице. Здесь в комфортной атмосфере любой посетитель может познакомиться с косметической продукцией, а также возможностями ведения собственного бизнеса. Нам кажется, что он является, наверное, самым ярким представителем экономического развития южного региона. Он является важным транспортным узлом, поэтому выбора не было. На наш взгляд, это очень яркий город с интересной историей, интересной судьбой, с многими интересными женщинами, которые живут в этом регионе. Хотелось бы поддержать их всех и сделать такой подарок нашим консультантам южного региона в городе Ростове-на-Дону. По традиции этой весной бьюти-бренд радует поклонниц марки новинками продукции. Кроме того, 16 апреля российское отделение компании Mary Kay запустило новую версию официального сайта www.marykay.ru, который открывает новые возможности для клиентов компании. Теперь появится еще возможность у клиентов регистрироваться на сайте консультанта, создавать свой профиль, создавать свой лист желаемых продуктов, любимых продуктов, направлять своему консультанту заявку на участие в мастер-классе и так далее. То есть уже клиент сможет с консультантом работать так, динамично и электронно. Центр красоты представлен тремя основными зонами. Первое пространство предназначено для проведения тренингов и семинаров. В информационной зоне можно узнать все о деятельности косметического бренда, познакомиться с его историей. Главная зона – презентационная, где представлена вся линейка средств по уходу за кожей, парфюмерия и декоративная косметика. Всю продукцию можно попробовать, а опытные консультанты по красоте помогут подобрать вам то, что необходимо. Мы будем проводить мероприятия. На эти мероприятия приглашаем консультантов по красоте Mary Kay, приглашаем клиентов. Формат будет очень легкий, открытых классов. Мы покажем, как работают наши консультанты, потому что кто-то где-то слышал, кто-то где-то пробовал нашу продукцию. Здесь у нас будет специальный выступающий. Мы познакомим с разными категориями. Все будет это проходить в формате тематических таких вечеринок, дней и так далее. Двери центра красоты в новом формате открыты для всех желающих. Анна Туполева, Андрей Бортников. Главное – бизнес. И на сегодня это все. Я желаю вам приятных выходных. До встречи на нашем канале в понедельник в это же время. Главное – оставайтесь с нами.